Ну чё ты всё скулишь? У меня зуб болит. О, здорово, Биба и Боба. Не хотите леденцов? Меня баба Капа попросила всех угостить. Ай, мой зуб. Боба, а что с твоим зубом? Болит у меня очень. Здравствуйте, господин директор. У вас нету нитки покрепче? Ну на, держи. Боба, мы придумали, как тебе помочь. Как? Будем дергать зуб. Что? Скажи а. Вы чё херней страдаете? Боба, стой! А, Боба, вот ты где! Помогите! Он здесь! Эй, ты чё? Это я, Биба! Ну-ка посмотри, дай-ка! Он меня схватил! Помогите! Отцепись! Правильно, оторвите все ему зубы, чтоб он не кусался! Да не бойся ты! Ну вот, попался. Ща по-бырому все решим. Давайте, ребята, сильнее. Стой! Боба, стой! Надо его подвесить, дайте-ка мне нитку. И раз, и два, схватили. Ну вот, мы его только зря мучаем, ничего не получается. Боба, давай, слезай к нам. Да пошли вы в жопу, чтоб меня дальше мучили, я что, совсем тупой? Боба, ты живой? Мне так хорошо, я походу стал мотыльком. Каким мотыльком? Это что за ерунда, а? Это ж твой зуб вырвался. Реально, он больше не болит. Интересно, когда уже закат будет? Да нахрен мне этот закат, я уже 150 раз видел, я хочу что-нибудь интересное найти. О, Лунатик, глянь, баба идет. Это не бабай, это говорящий унитаз. Говорящий унитаз? Да, живет в водной общаге. Что это за херня? Ага, когда мы уже будем бабочками, будем летать, ага, и пугать всех. Ой, Боба, что это такое? Не знаю, может, кучу кто насрал. О, круто! Задолбали! Бабай! Боба, каждый сам за себя! Эй! Вы задолбали! Говорящий унитаз, здорово! А что вы тут делаете? Нихера себе, а издалека кажется меньше, ай! Я застряла в какой-то дырке. Это не дырка, это моя нора, мой дом. Ой, бабай! Это говорящий унитаз из водной общаги. Говорящий унитаз? Ну чё ж вы сразу не сказали? Я хочу закат увидеть. Старик Хоттабыч, помогите нам её подтолкнуть. Ну как? Ну внизу. И как вы себе это представляете? Аккуратно, а то я сейчас насру на вас. Говорящий унитаз, ты слишком медленно идешь, не успеешь ты свой закат увидеть. О, а уже скоро закат будет. Надо торопиться. Да, я уже бегу. Помогите! Ой, все, я устал бежать. А придется. Блин, быстро вы до нашего дерева добежали. Еще надо наверх подняться. Кто мне спать мешает? Задолбали эти студенты. Ой, страшило. Господин директор, не бойтесь, это говорящий унитаз. Ему надо закат показать. Что? Закат показать? Да. Блин, если б я знал, что ваш говорящий унитаз такой тяжелый, я попрочней паутину принес. Все, готово дело. Все-таки красиво. А? Капа, у нас какое-то страшилище на крыльце. Лунатик, здорово. Здорово, Кузьма. Ой, что это у вас в бане воняет? У бабки с Ершули сегодня годовщина. Капа, помнишь, как мы с тобой знакомились? Я чуть-чуть не раздавил своим бампером. Ясно. А что ты им дарить-то будешь? Ничего. Сначала скажи мне, какая у них годовщина свадьбы? Золотая, серебряная, бронзовая? А я откуда знаю, меня недавно только усыновили. Пошли к старику Хоттабычу сходим. Держите, ребятки. И что, мы это барахло будем дарить? Да не, мы из него будем что-нибудь делать. И что это за фигня получилась? Да нормально. Здорово, что вы тут делаете? Подарок. А что вы дырки не сделали, нахрена? А чтоб вода там не наливалась. Во, другое дело стало. Привет, что это за грибок? Это для бабули подарок и для деда. Да что это за подарок? Он же страшный, я даже бомжам бы его не дарила. По-моему, классно получилось. А что это? На мухомор похоже. Ага, или зонтик дырявый. Боба, глянь, что это за хрень на нашей полянке выросла? Я не знаю. Ну вообще-то это наше. Мы делали подарок. Да, своими руками. Что?
Вот это подарок? Боба, ты бы обрадовался такой ерунде. Нет, конечно, оно же бабское. Ваша бабка вас на порог не пустит с таким подарком. Что же нам теперь делать? Дарить. Вы Бибу и Бобу меньше слушайте. Привет, ребята. Ой, это мне? Какая красота. Ой, спасибо вам большое, мне так приятно. Пойдемте чай пить скорей. Что-то ни хера я ничего не понял. А что это она такая радостная? Видимо, любит барахло всякое подбирать и дома держать. Слышь, хочешь тоже на чай к ним? Да, хочу. Тогда давай придумаем тоже какую-нибудь хрень.